Друзья, всем привет! Прошла ровно неделя с моего происшествия. Я все еще не могу работать. Недели две я еще не смогу работать, потому что только начал этап заживления. У меня сейчас стягивает кожу так, что я сейчас стою, но очень больно, реально больно. И хочу немножко рассказать. Соседнюю комнату открылось пространство. Как будто Нарния. Хочу немного рассказать о происшествии, как это получилось, для того, чтобы это не получилось у вас. Немного мне тяжело говорить. Выпустил я ролик о том, что... Сейчас давайте я зайду к нему. О том, что не надо так делать. Вот. Набрало, ну, каким-то образом 17 тысяч просмотров. Да мне даже просмотры это не так важно. Не понимаю, откуда столько просмотров. Миллион комментариев о том, чтобы я выздоравливал. Также миллион было звонков и писем от мастеров на WhatsApp. Вот. Просто миллион. Лицо показывать не буду. Лицо вроде мое сохранится, как мне сказали. Ну, руки... Ну, вот здесь вот. Это еще хорошо, что у меня этот палец выжил. Остальные не выжили. Там нога не особо выжила, мягко говоря. Вот. Самая большая проблема в том, что когда перевязываю бинты два раза в день, даже если я смачиваю мироместином бинт, все равно он отрывается вместе с кожей, ну, которая вгорела. И вот это вот очень приятно, мягко говоря. Так, сейчас, секунду. Ну да ладно, неважно. Это не в том случае жалеть меня. Жалеть меня не надо. Это главное, работу над ошибками произвести. Что хочу рассказать, как это случилось. Я... Вот здесь была сушка Аска. Я ее паял, выпустил ролик. Наступило уже 9 часов вечера. Я уставший, но, тем не менее, я хотел сделать еще и бошевскую. Вот такую новенькую сушку. Газ там 290. 290 газ – это пропан. Нашел я утечку, запаял ее. Первое правило – работа с газом пропаном – открывайте окно. Окно я уставший, я банально не открыл окно. Не было даже, ну, никакого проветривания. Окно открываете, и никаких проблем у вас нет. Это первое. Второе. Начал я заправлять систему. У меня вот здесь шланг был, ну, неправильно, согнут. Заправилось у меня 100 грамм хладагента, а нужно 150. И дальше не идет, у меня уже контур начинает инеть. Вот он, этот контур, инеем покрываться. И я думаю, да, я выключу, заново завакумирую и поставлю шланги нормально, все, чтобы как бы дам остыть, сделаю продувку, чтобы, ну, нормально заправлялось. Я перекрыл вентиля, газа никакого не было. Вот здесь была горелка газовая обычная, здесь был аккумулятор. Здесь я сидел в позе лотоса, еще одна ошибка, в синтетических штанах. После этого я переподключил систему на аккумулятор. Надо сразу включать аккумулятор, потом открывать вентиля. Что я сделал? Я вообще не понимаю, зачем я это так сделал. Уставший, наверное, был. Открыл вентиля без включения вакууматора. Пошел газ, я включил вакууматор, и вроде как начало вакуумироваться. Вроде как, но как-то он по-другому работал. Ну, не так. Звук какой-то не тот. Вот просто не тот. Прошло, я не знаю, наверное, минуту, может быть, прошло. Может быть, полторы, может быть, секунд 40 или 30. Я сижу в позе лотоса вот здесь вот. И думаю, блин, дай я как-то этот... Отключу систему, мне она что-то не нравится. И только хочу потянуться, ну, у меня тут сетевик, отключить через кнопочку. Вот где-то вот здесь, система тут, вакуумник тут, вот здесь вот, и я тут сижу. Где-то вот здесь просто, вот как будто она появилась. Вакуумник у меня бесщеточный, если что. То есть искры там невозможно, скорее всего. Вот здесь, где-то здесь появилась искра, и шух. Вспыхнуло. Ну, как я потом понял, тут не вспыхнуло, тут взрыв был. Я сидел вот здесь. Начало все гореть. Я думал, я как бы горю, но понимаю, что у меня здесь вакууматор, здесь газовый баллон. Газовый баллон вряд ли бы... он перекрыт, естественно, был, вот этот газовый баллон. Я горю, откидываю ногой все.
Лицо мое горит, но я потом закрылся руками, поэтому лицо не так сильно горело, как руки. В вакууме я от себя перекрываю во время горения, можно сказать, перекрываю этот, кнопку от сетевика, чтобы все отключилось. Горю еще секунды 2-3. Потом, как я понял, вот станция, когда все вспыхнуло, шланги оплавились, и весь газ, который был в контуре, банально через эти шланги выходил и горел. Это была причина вторая, почему так долго я горел. Вот и все. Я выскочил. Дома были родные. Потушили тут горящие шланги. То есть тут секунд 2 недолго горело. Может быть 3, я сейчас уже не знаю. Побежал в ванну, в душ. Полчаса под холодным душем стоял. Боль нереальная. Эта боль сравнится с тем, вот вы сильно-сильно загорели на море, что у вас кожа там горячая, да, там сметаной намазались, либо пантенолом. Вот эту боль увеличите раза в 3-4. Просто я очень часто на морях был, я очень часто сгорал, я знаю, что это. Но эту боль увеличите на раза 3-4, и вот такая боль была, если я из душа выхожу, 3 секунды у меня все сгорает лицо, не сгорает, вернее, горит лицо, руки. Ну, с рук кожа сразу облезла, я фотки не буду показывать, но вот здесь на руках сразу кожа моментально просто облезла. Под водой, не знаю. Вот так вот. Что-то стою, мне уже тяжело. Все, приехала скорая. Одну дозу обезболивающего вкололи, не помогла в вену. Вкололи вторую дозу. Вторая доза спустя там 20 минут помогла. Ну, поехал в скорую, перебинтовали меня. И сказали дома лежать. Бинтоваться, пантенолом. Один из плюсов моей работы, что очень много знакомых, клиентов, в том числе и врачей. Естественно, я сообщил такую ситуацию, мне много чего посоветовали. Всем большое спасибо за поддержку, если я не сказал, тоже огромное спасибо. Прям, нереально много писали, и мастера писали, и это типа, что там, кто-то даже денежку скинул, что привезти, чем помочь. Я говорю, да ничем, время нужно и все. То есть перебинтовываю я себя, вот столько бинтов, в день у меня уходит, по-моему, 4 или 5 пачки бинтов. Ну, в общем, вот так вот попал я. На ремонт, наверное, тоже попал. Вот. Самое главное, это сделать выводы. То, что было, то было. Поэтому первое правило, самое первое правило, не работайте уставшим. Мозг притупляется, вы забываете открыть окно, вы забываете вовремя включить вакууматор, вы забываете снять синтетические шорты, я думаю, это из-за них, искра, когда я пошевелился, статическая появилась. Много всяких было, но и так далее. Не знаю, хватит времени сегодня или нет. 13 числа, когда я ехал в Нижний Новгород, я записал видео о себе. Вот, сейчас будем его редактировать. В этом видео оно было, естественно, без сценария, и там я забыл, банально забыл рассказать, как я ушел из компании. Но хотел записать видео, вернее, записал видео мастерам. Сейчас немножко его подредактирую, если будет сегодня времени у меня. Вставлю какие-то там картинки и, надеюсь, выпущу. То есть сейчас я уже чуть-чуть ходить могу, поэтому буду стараться какие-то видео записывать. Какие-то обзоры, у меня все равно есть идеи. И буду хотя бы что-то делать. Нереально скучно целыми днями лежать. Это не моя профессия. Но вот так вот. Все, еще раз огромное всем спасибо за поддержку. 2-3 недели видео про ремонт не будет. Я думаю, недели 2 я иду на поправку. И смотрите видео. Ребята, всем привет. Это я, меня зовут Денис. Недавно был комментарий на ютубе. Рассказать о себе, кто я, что я, почему работаю мастером и какие у меня там планы в будущем. Такое видео, наверное, не особо мне хочется записывать, но буквально 2 недели назад попалась мне рекомендация видео о том, что такое работа мастером. Что такое работа мастером, какая кухня. И там человек на камеру на протяжении где-то часа, я там кого мотал, говорил, что он устроился в компанию, что вот инженера, мастера разводят клиентов, если не будешь разводить,
то ты не сможешь работать в этой компании. Я проработал, он так говорит, 2 дня, и все, я все понял. Это вот только так, и то есть все мои коллеги тоже все разводили, нас этому обучали. Потом посмотрел, просто ввел в Ютубе работа мастера. Второй какой-то сидит где-то, я так и не понял, то же самое говорил. Ну, практически то же самое. Вам нужно разводить, чтобы вы там зарабатывали. Вот. Сейчас будет такой видеоблог. На меня не стоит смотреть. Вообще, сейчас я еду в Нижний Новгород, проснулся в 4 часа утра, спал 4 часа. Но пока что у меня есть 2,5 часа, чтобы вам рассказать. Хочу в этом видео рассказать о себе немного, о том, как я работал, какие мои планы. Но в основном хочу рассказать по-настоящему кухню нашей сферы. То есть наша сфера, что это такое, как действительно мастера работают, как разводят, да не разводят, как я, допустим, работаю. Хотя, как я работаю, вы, скорее всего, уже знаете. Тот, кто меня смотрит давно. То есть я хочу это видео записать для, больше, опять же, для новичков, для мастеров. Тот, кто хочет зарабатывать, и тот, кто хочет пойти в эту сферу, что его ждет, что его по-настоящему ждет. Сразу скажу, я буду подменять некоторые имена, некоторые фирмы, некоторые, ну, а, не некоторые, все, что я скажу, это для Москвы. То есть буду говорить там про зарплаты, про деньги, про клиентов, про время. Вот это только для Москвы, ну, Москва, Московская область. Возможно, если вы живете в Ростове, у вас то же самое, но зарплаты делите на 2, там, средняя замена тена делите на 2 и так далее. То есть я не могу говорить про другие города, говорю про Москву, Московскую область, и как, соответственно, я начинал, и что вас плюс-минус ждет. Я думаю, ну, я уже давно не работаю на компанию, но я думаю, что, ну, не думаю, я знаю, что все там одно и то же, даже правила еще жестче стали, чем у меня были, поэтому давайте начинать. Так, меня зовут Денис, мне 27 лет, я начал работать 4 года назад. Будучи еще в универе, с универа я начал работать. Давайте с нуля. Родился я в Дагестане, прожил там 18 лет. Ничего плохого не могу сказать. Там у меня родители остались, периодически туда приезжаю. Потом поступил в Москву на бюджет, но бесплатно. В университет назывался МЭИ. Он сейчас называется МЭИ, Московский энергетический институт, технический университет. Очень хороший университет. Очень хороший. Правда, магистратуру я не закончил, но расскажу почему. То есть в школе я учился хорошо, у меня были везде 5-ки. Единственное, что красного диплома нет, потому что по химии 4-ки, потом 4-ка, потому что тут какое-то ДТП. Тут какое-то ДТП, и как он сюда попал на встречку, я не знаю. Потому что у меня было поведение плохое. То есть у меня была 5-ка, потом 2-ка, потом 5-ка, 2-ка. Да, у нас за поведение. Жил я в селе в небольшом, там 7 тысяч человек. На тот момент было, сейчас может быть чуть больше, сейчас вроде как расширяется оно. Туда катаюсь я раз в год или раз в 2 года. Очень редко, в основном живу, ну не в основном, живу, да, в Москве. За Красногорском сейчас. Вот я учился нормально, потом поступил в универ. Жил все это время в общаге, всегда я жил в общаге. Первый курс у меня не пошел, я что-то попал когда в большой город, я не понимал, что мне делать. Остался на повтор, то есть не сдал экзамены, поработал опять же там с дядей, что-то там помогал ему, то есть даже нечего рассказывать об этой работе. Строились какие-то склады под, знаете, вот эти там 5-ки или магниты. И мы там пожарную сигнализацию что-то, ну, по мелочи, в общем, какую-то фигню я делал. То что-то потаскал, что-то накрутил, вот что-то такое. Ни о чем. Жили там вагончики. Потом пошел снова в университет, вернулся, начал учился кое-как. То есть были предметы, которые мне нравились, и я их учил хорошо. Были предметы, которые мне не нравились. Я учился ужасно, просто ужасно, тройки, оставался, у меня было где-то 10, наверное, пересдач,
или больше, я даже не знаю, было 4 комиссии. Комиссия — это, то есть, раз не сдали, два не сдали, и на третьей комиссии либо отчисляешься снова, либо там не сдаешь. Почему это рассказываю? Потому что вы должны понимать, что даже если вы ничего не знаете, либо плохо учились, либо у вас нет образования, вы все равно можете стать техником, да, как ни странно. Вы можете стать тем, кем работаю я. Поэтому я стал мастером не потому, что я плохо учился, дальше расскажу почему, а потому что в какой-то момент, вот я обучился 4 года, закончил бакалавра, сам написал, все закончил, получил свою заветную тройку, поступил в магистратуру. Магистратуру я бесплатно поступил, я сдал экзамены, общагу получил, все это время в общаге. И вот у нас 2019 год, сентябрь, то есть я учусь, октябрь, постараюсь вспомнить какие-то даты. Естественно, все, что я рассказываю, это, наверное, процентов 70 от того, что я знаю. Вот. Но постараюсь как-то максимально детально в подробностях рассказывать, что да как. Повторюсь, наверное, на меня не обязательно даже смотреть, просто как-то на фоне слушайте. Что-то будет неинтересно, вам что-то будет интересно, и наоборот. Октябрь. Я тогда... Сейчас, тут скользкая дорога. У меня АБС работает, и еще одна авария. Дорога ужасная, она очень скользкая. Еще одна авария. Только что вы слышали, наверное, у меня прям АБС трещало, пошло. Хотя скорость вообще небольшая была. Так, да. Тогда, на тот момент, я начал встречаться с своей нынешней женой. Тогда еще девушка была. Она была моя однокрупница. Я начал с ней встречаться и понимал, что, чтобы встречаться и как-то хотя бы куда-то ходить, не говорю там рестораны, кафешки, а просто куда-то, нужны деньги. Еще одна авария. Давайте я для вас это сниму. Да. Дорога очень плохая. Дорога очень плохая. Нифига себе. Кому-то не дошел ваш товар с Валбереса, наверное, не знаю. Я понимал, что мне нужны деньги. Что мне нужны деньги. Я захожу на HeadHunter и начинаю смотреть, что есть по вакансиям. Написано: сервисный инженер, ремонтируем мы там бытовую технику, свободный график, можете в стационаре работать, можете работать с клиентами. Я такой: о, так это мое. Я вроде мультиметром там могу пользоваться, там знаю, что такое сопротивление, резистор, транзистор, думаю, все нормально, пойдем работать. Прихожу я на собеседование в компанию, которая, как я потом все узнал, была самая большая компания, да, скорее всего, самая большая компания в Москве. То есть компания, у которой было там 30-40 сайтов, они же якобы и Bosch ремонтируют, и Mili, там, и Electrolux. Я когда потом приходил и говорю: а вы точно там официальный сервисный центр? Как меня учили, надо говорить: авторизированный мы сервисный центр. Официально я не знаю. То есть какие-то были бланки. Тогда была ООшка еще, потом это все сменило на ИП, потом еще раз меня сменило. Причем было даже два офиса в Москве. Через 2-3 года, через 2 года они еще открывали там в Воронеже, в Питере. Очень большая на самом деле компания. Когда вы гуглите там ремонт стиральных машин на дому, вылазят там 3 сайта. Имейте в виду, что все эти 3 сайта могут вести в одну и ту же компанию. Было такое даже не раз. Я приходил после своих же инженеров. То вот, говорит, пришел инженер, там пытался развести. Я говорю: а документ оставил? Он говорит: да, оставил. Показывает: блин, а у меня точно такой же документ. А он позвонил якобы в другую фирму, но пришел я же. Так что в Москве по факту, наверное, игрока 3, которые очень крупные, все остальные так мелкие. Вот, они же и на Авито это 90% компании, все, что вы пишете,
стандартная, стандартная фраза вот этих псевдочастников. Им звонишь, говоришь, там, здравствуйте, можно там ремонт заказать? Да, да, можно, вы договариваетесь. За час, за два, за три он звонит, говорит, ой, машина сломалась, ой, в больницу попал, или, ну, или что-то еще. А, да, в ДТП, блин, самый часто, в ДТП попал, можно напарник приедет, он рядом с вами? Да, да, можно. На самом деле не напарник, просто приезжает, мы звонили Андрею, приезжает Иван с компанией и делает вам все от компании, просто документов не оставляет. Вы думаете, что у него дешевле, на самом деле цены, они по Москве плюс-минус одинаковые. Да, плюс-минус одинаковые, нет такого прям, кто-то сильно дешевле делает, а кто-то сильно дороже. Ну, дороже могут, это все от инженера зависит, от его наглости, хочет ли он заработать или нет, но дешевле нет. Так вот, я записываюсь на собеседование, перехожу в компанию, нас, таких как я, было 10 человек. Проходит некое собеседование и говорится о том, ну не собеседование, сначала презентация. Презентация, что вас ждет, что, где вы будете работать, сервис, с чем вы будете работать. Сначала сказали, вы будете делать стиральные и посудомоечные машины, то есть бытовую технику, крупную бытовую технику. Там направление вроде еще холодильников было, я уже туда не лез. Крупную, короче, бытовую технику. И начали приводить, ну, чтобы заманить, как есть, не заманить, а то есть наши плюсы, зарплату. Они говорят, вот у нас вы будете работать под процент. Средний процент, да, практически везде в обычной компании это 60 на 40. 60, да, это компания, 40% мастеру. Это чистая, это прибыль от чистой суммы. То есть, допустим, у вас чек вышел на 12 тысяч рублей. Из них 2 тысячи рублей – это запчасти. Вы отнимаете запчасти, себе забираете 4 тысячи рублей, компания отдаёт 6. Расход – это только запчасти. То есть это не бензин, не ваша еда, не ваши инструменты, не ваши маски там, или перчатки, как у меня. Это только, только запчасти. Все. И говорят, вот вы будете, допустим, средний ценовой диапазон на замену тена стиральной машины LG, это, ну давайте, 7000 рублей. Тен поменять, 7000 рублей, один. Соответственно, отнимаем тен 1000 рублей, это 6. 6, 40% себе, это, 40% тебе, это там 2700-2800 рублей, ну где-то такие деньги, я, честно, не хочу считать. То есть 2000 с чем-то рублей, ну допустим 2500. Вот, соответственно, вы делаете за день два таких заказа, что, в принципе, очень легко. И это 5000 рублей в день. Если вы работаете с графиком, типа, ну, не 20, а хотя бы 25 дней в месяц, то 25 на 5 умножаете, вот ваши деньги. И такое люди думают, ничего себе, я без образования могу получать больше 100. Это было, кстати, 4 года назад. Больше 100. И такие, да, да, можете получать. У нас мастера, есть мастера, которые зарабатывают по 500 000. Я в эту цифру сразу не поверил, но такие, некоторые из них, ничего себе, говорит, а как? Он говорит, ну смотрите, вместо LG вы ремонтируете уже потом премиум бренды Мили. Мили стоит это около 150 тысяч. Замена тена это там стабильно 15 тысяч рублей. Тен не оригинальный, там 2000 рублей. Соответственно, 12, от 12 тысяч 40% это 5000. 5000, а в день вы можете делать 2 заказа. Это получается 10 тысяч рублей в день. 10 тысяч рублей в день, нет, не 2 заказа, они говорят, даже 3 заказа. То есть, и умножаете это на 30. То есть, сколько там? 15 тысяч умножаем на 30, ну вот вам, 450 тысяч рублей. Правильно же умножил, да? Ну да. То есть вот вам 500 000, и такие, да, действительно, много можно делать. Вот такие вот примерно там зарплаты. В любом случае, зарплата 500 000 рублей. Но я же понимал, что мастер. Когда я шел, приходил на эту работу, я думал, что эта работа, ну, не поймите неправильно, но типа второго сорта. То есть есть люди, которые президент, да? Потом идут в офисе, ну там какие-то начальники. Потом люди, которые работают в офисе. В офисе, неважно где, просто в офисе. Потом, соответственно, кассиры и мы. Ну, типа, мы там обслуживающий персонал, и мы много не должны зарабатывать.
Мы всего лишь ремонтируем что-то, какие-то мастера. То же самое я думал раньше про автосервисы, что-то там гайки крутят. Ну, типа работа руками, она не оплачивается. Всегда оплачивается работа головой. Я всегда так думал. И не важно, что ты можешь бухгалтером получать там 50 тысяч рублей, а мастер 100. Этого я вообще не знал. Хорошо, мы согласились, все, но был один нюанс. Было у нас обучение 5 дней на стиралке по часу, то есть 5 часов на стиральные машины, 5 часов на посудомоечные машины. Сразу скажу, обучение как базовое, вот как у меня видео было про посудомоечную машину, вот я там смотрел видео человека за 7 минут, он говорит, это вот это ломается, меняем. Оно было вот такое, то есть оно было... Ну, нормально, если ты вообще ничего не знал, а я вообще ничего не знал, я не гуглил, я не... Если вы меня смотрите из мастеров, наверное, вам интересен ремонт, я никогда не гуглил ни ремонт, ни... Наверное, это моя ошибка, но я вообще не знал, что такое стиральная машина, что такое посудомоечная машина, из чего они состоят. Я всему обучался там. Так вот, да, 5 дней там, 5 дней там, и все, и вас выпускали на волю. На волю, вернее, от компании работать. Обучение вот это, вот обучение 5 часов, ну 10 часов, оно было платным. Платным и стоило 11 тысяч рублей. Был один или максимум два избранных, которые были, которые обучались бесплатно. И на вопрос, когда я задавал, а почему они бесплатно, ну это даже не вопрос был, вопрос в обсуждении. Когда приходил мастер и куратор. Куратор — это человек, который тебя курирует. То есть, что ты делаешь, как ты закрываешь заказы, как ты ремонтируешь, ну и все это, все такое, в этом роде. Он, вот у нас 10 человек, он с каждым общается. Так, ты кто, что делал, ты кто, что делал, ты кто, что делал. Я сказал, я никто, студент, мультиметра могу пользоваться. Там что-то это. Хорошо, все понятно. А что-то менял? Я говорю, нет, ни разу не менял, ничего не делал. Все, ладно, хорошо. А ты кто? А я там... пару раз тен менял и все, а так ничего больше не умею. О, все, хорошо, говорит, ты подходишь, у тебя же опыт есть, там тен что-то менял, а вы, к сожалению, не подходите. Я говорю, а почему? Ну, потому что все как обычно в компаниях. Поймите, вы сейчас начнете обучаться, получите знания, потом уйдете на себя работать, а мы как бы будем в минусы, мы не можем бесплатно обучать, ну, типа вот это. Хотя, насколько я знаю, раньше, прям еще года 2-3 назад, обучение было для всех бесплатное. Ну, а потом, естественно, поняли эту фишку и начали обучаться. Так, села камера, первая батарейка пошла. Так, уже я не помню. А, ну вот мы обучились, и говорят, вот наши данные взяли, выходит куратор и говорит, ты со мной, ты со мной. Я попал к куратору одному. Нормальный куратор, ну такой, своеобразный. Вот, звали его, допустим, Иван. Я же говорю, будут подменные. Некоторые будут настоящие, некоторые будут подменные. Он мне говорит, все, обучился, все понятно. Я говорю, ну да, все понятно. А мы еще экзамены там в конце сдавали какие-то, ну там, псевдоэкзамены. И он говорит, все, на следующий день с инструментами ко мне. Инструменты, естественно, все за свой счет. То есть вы должны понимать, что придя в эту сферу и устраиваясь в компанию, вы будете рисковать. Рисковать тем, что, во-первых, обучение идет там недели две, собеседование еще там, условно, 3 недели на все это. Во-вторых, будете платить за обучение. В моем случае оно было 11 тысяч, сейчас не знаю. Скорее всего, ну точно должно быть дороже. Потом я покупал инструменты. Инструменты у меня вышла первая моя закупка инструментов 1015, наверное. Да, 1015. Может, ну я сейчас цены я не знаю. Умножайте на 1,5. Опять же, что вы хотите купить? Я первые 4 месяца работал с отверткой. У меня не было шуруповерта, я работал, я все вручную откручивал. На один заказ я тратил 1,5-2 часа. Без шуток. Потом я начал все это докупать и. Ну, у меня сейчас мало запчастей, вы видите сейчас мою машину, сколько запчастей, вы видели, сколько у меня теперь инструментов. У меня теперь инструментов, я не знаю, на сколько денег, уже не считаю, ну так, навскидку, тысяч, наверное, 50-60, с учетом еще холодильного оборудования, которое недавно купил, может быть, под все 100.
Zoom есть, мультиметр, гайковерты, вот это все, все суммировать, там съемник пошибосов, ну где-то даже 100. Но не обязательно вам столько покупать, базовое вам хватит, это электрическая отвертка, даже можно не шуруповерт, какие-то биты набор, мультиметр самый дешевый пока что пойдет. Ну вам, я думаю, до 13 тысяч рублей можно уложиться для базового ремонта. Так вот, говорит, приходи. Я оделся в худи, у меня было тогда худи теплое, это зима была, кстати, уже это декабрь было, да, по-моему, у меня заказ 1 декабря был. У нас был, он объяснил, как работать, то есть приходит в бот ссылка, не ссылка, а заказ, приходит в бот заказ, ты там пишешь старт, все с ботом работаешь, когда переносить, ну просто он объяснил кухне, я это не буду объяснять, как там переносы заказов делаются, как вот это все, это не так важно. Бот, даже знаете, я сейчас бот, у меня даже, по-моему, сохранился. Так, работа. Да, сервис, да, сохранился. Сейчас я даже полистаю тут все мои эти. Тут мой номер есть контрагента. Пароль у меня есть. Интересно, сейчас он работает или нет. Так. Сейчас. Вот. То есть, я, кстати, всем говорю, что я там работаю 5 лет. Ребята, я даже 5 лет не работаю, если честно. Когда когда приходил, да и коллегам, или когда приходил на заказ, и мне говорят, а сколько вы работаете? Вы такой молодой, сколько вы работаете? Я говорю, я 10 лет уже работаю. Работал год-два, горел 10 лет. Смотрите, 1 декабря... в дороге 2019 года, то есть по факту мне недавно исполнилось 4 года в сфере, ну, в моей сфере, в моем профессионализме, если можно это так назвать. Да, я всего лишь работаю 4 года и уже как 1.5-2 года работаю на себя. В компании я проработал недолго, хотя мне мои инженера говорили, что очень опытные, которые там уходили на разборках, говорят, 5 лет поработаешь, потом будут свои клиенты. У меня свои клиенты появились намного раньше. Я расскажу, что я для этого делал, как я вообще работал. Так вот, пришел я в худи, в красивой одежде, чистой, такой теплой, зимней, с инструментами. Я думал, он посмотрит на мои инструменты и говорит, а может быть, что-то купить, не купить, и все. И на этом все закончится. Прихожу, он говорит, вот заказ, иди. Я такой, на тот момент я даже слова не мог сказать. То есть мне нужны были деньги, я был очень стеснительный, и я не умел вообще разговаривать, честно. Я не умел, я никогда не общался с клиентами, с другими людьми. Я жил все время в деревне, вот просто представьте мою ситуацию. И поэтому я такой, ну ладно, все, давайте пойдем. Были у нас также перед этим там техника продаж, как общаться с клиентами, вот это все, это я тоже не буду рассказывать. Все это не работало, сколько мне говорили, вы должны продавать эту машинку, вы должны говорить, что она хорошая. Я поначалу так и говорил, это все херня полная. Вы должны почувствовать свою волну, почувствовать, за счет чего бы вам человек должен верить. Кто-то материться не будет, кто-то, короче, обманывает, да, мягко говоря. Кто-то говорит вот так, кто-то разводит, кто-то хвалит свою технику, хотя она такой мусор, что, и на этом вывозит. Я вывозил в свое время на честности и на знаниях. Просто на знаниях я очень много в свое время читал, покупал, показывал, вот только на этом. Вот, и плюс я делал комплексы. Вот, дают мне первый заказ, у меня метро было там Щукинское, а заказ у меня был в Алма-Атинской. То есть, чтобы вы понимали, это вот скриншот предоставлю, по-моему, около часа езды. Я с инструментами, все, еду на Алма-Атинскую. Захожу, здравствуйте. Как вам можно обращаться? Вот так вот даже заикаюсь. Я волнуюсь. Там у меня была посудомойка, ну, по-моему, здесь даже есть. Во, да, посудомойка Бико. Шумит, плохо качает воду. Блин, я даже описание не читал. Вот посудомойка была. Блин, как бы так вам показать?
Ладно, не видно, короче. Просто не хочу квартиру показывать. Короче, Алматинская это была. Даже сейчас здесь у меня. В общем, я заикаюсь, как вам можно обращаться там, Ирина Викторовна, куда пройти, куда можно одежду. Я вот первые мои 10 заказов, 20 или 30, я был, ну, вот такой. Мне это очень сложно давалось, я не мог работать с людьми, чужой дом. Это для меня было настолько невероятно сложно, я уже не говорю про ремонт. Если вы думаете, что сейчас я много знаю, сейчас у меня куча всяких там сервисов, доступов, сейчас я мультиметром не пользуюсь, и просто насчет опыта, то поверьте мне, это не просто так не далось. Вот, у нее посудомойка, на тот момент она, да, просто шумела. Я вообще не понимаю, хотя я до этого в метро сижу, я на метро тогда катался и жил в общаге, что самое главное. Сижу с этими, с листочками, где у меня написано, посудомойка не сливает, и там 10 причин. Я же все с мануалом, который мне подсказали, с ним катаюсь. Не заливает или шумит. Сначала проверьте воду, потом проверьте шланг. Шланг там был с аквастопом, с клапаном. Господи, я начинаю в него дуть, в этот клапан. Дую, а он не дуется, потому что этот, блин, клапан. Я думаю, шланг не дуется, значит, он заклинило его. Господи, я говорю, у вас шланг заклинило. Поехал, тоже магазинов не знал, хотя у мастеров, сразу скажу, вот скриншоты. Тебе сразу дают карту мастеров по запчастям и карту мастеров по разборкам. Я еду в магазин. В магазине меня еще продавцы тогда обманули. Продали мне один товар, а он, оказывается, стоил, ну, по другим деньгам. Они бы продали шланг аквастопа, да, стоил он там 1500 рублей. Я приехал, я его не распаковывал, снова потратил час. Распаковал, начал дуть, и он, блин, тоже не дуется. Поставил, не работает. Думал, блин, начинаю спрашивать, а что, в чем проблема? Он говорит, шумит. Я включаю, а там шумит, оказывается, сливной насос. Я говорю, так он шумит? Он говорит, да, он. Я такой, понятно. С этим шлангом возвращаюсь в этот же магазин с чеком. Даешь шланг, говорю, надо вот эту помпу. Они мне дают помпу и больше ничего. Ну, обманули меня тем, что... А помпа стоила тогда рублей 500, а шланг стоит 1500. То есть мне даже разницу не вернули. Я поехал туда, поменял, ну, все, волновался, уже пот течет. У меня пришел муж, я говорю, с вас там 7000. Он говорит, ничего себе у вас цены. Ну, ее муж пришел, ничего себе у вас цены. Я говорю, ну, вот у меня по прайсу, я, типа, работал по прайсу. Сам вообще не понимал, откуда эти цены, блин, ну, нарисованы. Потом, естественно, ты можешь любую цену выбрать, хоть за миллион поменять эту помпу, если человек согласен. Прайс — это все бумажки, это все безделушки. Все бумажки, которые вам будут отдавать от компании, говорят, это строго, это только у нас, это только это все. Ну, в общем, это все не имеет никакого значения к твоей работе. Ты будешь работать так, как только ты захочешь, либо как тебе скажут. Все, ладно, потом накормили меня борщом, сказали, что, давно работаешь? Я говорю, да нет, недавно устроился, типа, пару месяцев назад. Это, блин, вообще первый заказ был. Он говорит, ну да, видно. Вот так, хорошо. Приезжаю я в этот офис. Говорю, вот, 7000 взял, вот 1500 запчасти, вот чек, помпу поменял. Он говорит, это что за цена такая? Я говорю, ну вот там сделали, сейчас я позвоню. Звонил, говорит, вы что, типа, охерели? Ну, он начал... Ну, куратор у меня был хороший, реально. Вы что, типа, мастера моего разводите? Поехал туда, они меня вернули, извинились, вернули эту 1000 рублей. Потом поехал туда, закрыл. Короче, на один заказ я 4 часа потратил. Следующий заказ был Ariston металлическим баком. Не понимал, в чем проблема. Очень изрезался, все пальцы у меня в крови. У меня женщина, очень хорошая женщина, давала мне эти бинты. Я весь в бинтах был. Вот я вот так вот ремонтировал. Очень сложные заказы были, нереально. Бак, подшипники. Взял бак, снял на метро. Представляете, запчасти у клиента, ой, инструменты. На метро еду с этим баком. Еду, поменяли мне этот подшипники. Дебилы, блин, вертикалка была. И вот флянец, вот здесь вот шкив был. Они местами поменяли, сделали мне вот здесь шкив. А у меня мотор, блин, вот здесь. Я приезжаю, ставлю, там бабушка еще была. Думаю, ёб твою мать, вы что, совсем что ли? А я вообще не разбираюсь. Поехал, она меня, бабушка тоже меня накормила борщом. Клиенты, если с ними долго ходишь, ты, не как я сейчас пришел, ушел, все, даже чай не надо.
А то, ну, многие из них реально кормят тебя там, вы общаетесь. За счет этого многие мастера, кстати, так сказать, в доверие, ну, то есть начинают пить чай, там что-то, и человек, клиент начинает доверять мастеру, и то есть любая сумма, он платит. Сейчас я так и никогда не делал, я вообще всегда часто отказывался от всяких трапез, потому что времени не было, и сейчас уж точно. Пришел, быстро-быстро сделал, ушел, все, сейчас я деньги зарабатываю, а не опыт. Ну, опыт тоже, но опять, он не так сильно зарабатывается, как первый год-два. Вот, с этим баком я снова на метро поехал туда, 8 часов вечера отдал, я все это в руках тащил, честно, это все я прям вот в руках тащил, ни тележки, блин, нифига не было. Пошел в общагу, поспал, пошел опять. Все это, повторяюсь, вот не мог работать с клиентами, подшипники руками, в метро катался, на троллейбусах катался с этим баком. Мне было, конечно, все равно, что люди обо мне подумают, мне как бы нужно было стать кем-то. И напоминаю, я жил все это время в общаге. Первая моя зарплата, это, как сейчас помню, 28 тысяч рублей. Вот, ну, когда мы с женой, ну, с девушкой на тот момент еще смотрели, я такой, блин, это мои деньги. То есть я был настолько рад. Было супер сложно, конечно, но вот так вот. Вот так вот я начинал, то есть, чтобы вы понимали, вас ждет, наверное, то же самое. Хотя, скорее всего, легче, чем... Ой, сложнее, чем у меня, я даже не представляю как. То есть, будучи студентом, я жил в общаге и пешком с рюкзаками ходил, ремонтировал. На один заказ мог потратить целый день. Вот так у меня было. Потом я решил просто этим реально заняться. И в магистратуре, ну, я учился и не понимал, что я бросил учебу. Честно, я бросил учебу. Никому не советую бросать учебу. Чтобы вы понимали, мой диплом бакалавра до сих пор в университете. Я его до сих пор не забрал. Я просто знаю, что я по специальности инженер радиотехник. Я никогда не буду работать. И в офисе я никогда не буду работать. Поэтому мой диплом до сих пор там. То есть я принципиально его не забираю. И по факту я человек без образования. Ну, по документам, вернее. Де юре. Нам осталось 2. Ну, такая вот дорога бывает, да, просто иногда ямы, когда еду в Нижний Новгород. Очень неприятно, но тем не менее. Мы съезжаем с общаги. Вроде деньги начинают какие-то появляться. Первая моя квартира в Кучино. Кучино — это около Балашихи, можете погуглить. Туда едет в это Кучино только электрички. То есть, когда я переехал в январе, вот прям 1 или какого-то там января, я все это, вы понимаете, я на заказы ездил на электричке. С электрички садился на метро, с метро до клиента, приезжал, диагностировал, ездил за запчастями, купил запчасти, приехал, поставил, потом на электричку, потом домой. Вот такой был путь. У меня даже заказ был с Кучино в Лобню на электричке я ездил. Только потому, что я говорю, я устал от этих плохих заказов, типа Канди, Индезита, дайте мне хорошего. Он говорит, вот в Лобню Электролюкс есть. Блин, поехал мне этот Электролюкс. Ну, сделал его, 2 раза катался с модулем. Там женщина мне даже, помню, свитер подарила потом под конец. Столько я с ее заказом возился. Ну, в общем, вот так было сложно. После этого я понимал, что, ну, чтобы больше зарабатывать, нужна машина. Без... Понятно, потом я по ходу своей работы я с кем-то там знакомился, как-то все это сам обучался, сам ломал клиенту технику, за нее деньги отдавал. Это тоже вас ждет, это считаю я абсолютно нормально. Я тоже не с первого раза все делал, и модуля я сжег, нет, модуля не сжег, один раз сжег я модуль, блин, потому что, и вообще, моя ошибка, я не сфоткал, был датчик, 30-летний Whirlpool, датчик был, который, вот, и 4 контакта, и этот датчик такой кругляшок, такая таблетка, и этот датчик, это и ИНТС, и термопредохранитель. Вот, ну и я, блин, не сфоткал, даже сейчас-то я понял, что маленькие контакты это на слаботочку, большой контакт это, ну, на термопредохранитель, через него цепь идет там на тен. Блин, сейчас-то я это все могу читать, понятное дело. А там я не знаю, думаю, ну ладно. И соединил, естественно, фазу с слаботочкой. Ну, как вы думаете, что произошло? Да, произошло плохое.
пахло так, что нормально пахло. Я на этот заказ выезжал на него 7 раз. Я потом думал, что, потом начал модуль ремонтировать, потом, оказывается, я датчик этот спалил. 7 раз. Люди там от меня уже устали, конечно. И я подумал, что мне нужна уже машина. Тут огромное спасибо моей маме, моей любимой маме, родителям. Она мне купила машину. На тот момент это был... А, у меня были какие-то свои деньги, там 1090 или 100, я уже не помню. Но она мне добавила и купила машину. И потом, забегая наперед, я потихоньку отдавал этот кредит. Но на свадьбе она этот кредит полностью, там у меня было около даже 200 чем-то тысяч. Она говорит, все, это тебе подарок на свадьбу, мне ничего не возвращай. То есть мама сыграла в моей жизни, вообще в моей вот карьере, можно сказать, очень огромную роль, просто очень огромную роль. Да, и что касается мнения родителей, мама меня там верила в меня, да, все. А отец, ну, не то, что не верил, он просто думал, ну, сейчас, типа, поработает, и потом, ну, и потом будет в офисе сидеть, как я буду сидеть, вот так. И если сейчас, конечно, это несправедливо, все это очевидно, но если сравнивать сейчас, сколько получает отец и сколько я, это деньги, ну, я зарабатываю, не буду говорить сумму, вот он зарабатывает, допустим, не допустим, он зарабатывает, по-моему, 25 тысяч рублей, что ли, или 24 тысячи, 23, вот, а я зарабатываю в 10 раз больше. Да нету справедливости, отцу там 50 лет, 55, а мне там 27, вот, справедливости никакой нет. Появляется у меня машина. Машина первая Lancer. Господи, ну я, да, неопытный. Никогда не покупал. Машина хорошая, крутая, 2007 года. Я купил ее за 400 тысяч. Но не советую покупать машину с таким багажником. Кое-как я начинаю... Да, разговор может затягивается, но просто хочется рассказать, как это у меня происходило. Я начинаю как-то ремонтировать что-то, у меня то идет, то не идет, и доход у меня держится на уровне там 100 тысяч рублей, там как-то он особо, ну, не растет. Особо не растет, при этом, при всем, на бензин я трачу 30 тысяч рублей, потому что я в куче катаюсь на этом лансере, и на бензин у меня уходит достаточно много. Поменяли ТЭН, Е09 была, что ли? Ну, скачок, смотрите, я не думаю, что если у вас даже были бы какие-то там перепады, отключения, перебои, вряд ли это влияет на реле именно ТЭНа. Я думаю, это бы по питанию у вас проблемы были бы, либо что-то в этом. Ну, в общем, делайте вот такую диагностику и потом звоните. Все, все добро. Я не буду, наверное, вырезать. Вот так я общаюсь с клиентами. На громкой нет смысла, потому что не будет слышно. Очень шумно. Шиповка. Нет смысла. Клиент, обычный клиент посмотрел мое видео, и я ему посоветовал, что нужно сделать. При том, при всем, что он живет в Щелково. Если не сможет сам, тогда я приеду. Я не люблю приезжать на машинке, которую можно продиагностировать и сделать вот так дистанционно. То есть не люблю терять свое время. Мое время, оно очень дорого стоит, поверьте мне, я свое время ценю. Вот, катаюсь я на лансере, что-то получается, что-то не получается. Иногда даже... Я помню, в мае я уволился с компании, прям было плохо. Тот куратор, который у меня был, создал свою компанию. Я поработал у него, мне тоже не понравился, я вернулся к ним. Причем процент был тот же самый. По поводу вот этого процента, типа 60% компании. Этот человек, который был на видео, говорил,
компании обкрадывают мастеров, это очень много, это очень там все плохо. Смотрите, все, кто там говорит, кто так говорит, я вам советую создать свою компанию и посмотреть, сколько денег уходит, ну вот, затратка какая. В эти 60% рублей, вот смотрите, вы заработали 10 тысяч, 6 тысяч компаний. 6 тысяч между кем делится? Делится, во-первых, рублей 500, там зависит от Яндекс, вообще такая компания, которая устраивает акцион на заявке. Чем больше ты поставишь ставку, тем больше будет кликов именно по твоему сайту. Если на твой сайт зашли и просто кликнули ремонт стиральных машин, то у тебя минус там 100 рублей. И так, вот так тебе вот люди кликают, а у тебя деньги просто убегают с рекламы. И не обязательно клики – это звонки. Не обязательно звонки – это заявки. Не обязательно заявка – это диагностика. Понимаете? Правду говорю. Поэтому на рекламу много уходит денег. То есть 6 тысяч рублей тратится на рекламу, банально на поддержку сайта, на зарплату не диспетчерам, а кто принимает эти звонки, да, обрабатывает. На зарплату диспетчерам, которые сидят в офисе и звонят. Здравствуйте, ваш мастер будет через вот столько, или ваш мастер не успевает. Ну, на логисты. Логисты мы их называют. На зарплату вашему, естественно, куратору, потому что он вас курирует, обучает и следит за вами. И самое главное, шестое, на зарплату это, ну, основателю этой компании. Вот 6 тысяч рублей куда уходят? На 6 человек. И 4 тысячи на вашего одного. Поэтому то, что компания работает 60 на 40, справедливо, это много, мало, это нормально считается. Вы должны понимать, что бизнес, он вот так вот работает. Компания всегда будет получать больше инженеров или мастеров. Другое дело, когда ты работаешь в компании по 2-3 года, и тебе отношение точно такое же, как к новичку, и тебя спрашивают, а что ты там 500 рублей взял, а не 10 тысяч заказов, а что ты там продать не мог, это, конечно, другое. Если бы я основал какую-то свою компанию, я бы сначала делал бы 60 на 40, но если у человека чек там выше 10 тысяч, если он топ-мастер, если у него крутое оборудование, он работает с крутыми брендами, я бы снижал этот процент, я бы делал 50 на 50, потому что он приносит больше, чем тот же мастер, который работает 60 на 40. Снова камера села. Батарейка, вернее. То есть я бы делал какие-то свои бонусы, я бы там много чего изменил, но это не мое дело. Так вот, что касается вообще работы, вот я работал, и что касается моих коллег, 10 человек у нас было, через 3 месяца остался только я один, честно. Все остальные поувольняли, кто-то не смог работать, кто-то не смог обманывать, кто-то не смог кататься куда-то там за 3 километра, за 30 километров. И поэтому, даже когда вы приходите, видите ваших коллег, группа из 7 человек, из 10, из 20, поверьте мне, 1, 2, 3 человека – это максимум все, что останется. Это стабильность, то есть поток там приходят, уходят, и на обучениях тоже эти хорошие там деньги делают. Приходят, уходят. По поводу обучения, если бы я устраивался в эту компанию, я бы тоже много что изменил. То есть обучение, оно такое сырое, базовое, и многие мастера, даже если они хорошо продают, мастера, которые стали мастерами. Даже если они хорошо продают, они в голове ничего не имеют. То есть они тупые. То есть не глупые, они действительно тупые. По поводу, кстати, забыл сказать, когда мы собеседование проходили, инженер был, и он говорит, вот вам клапан, измерьте сопротивление клапана на собеседовании. Сопротивление клапана смог измерить я и еще один человек. 8 человек вообще не знали, что это. Они обучились, естественно, когда они просто обучились без какой-либо практики, приходит человек, инженер, к человеку, клиенту, и клиент заведомо думает, что, ну, наверное, у меня крутой там от компании мастер, а там человек в голове, ну, ничего не имеет. То есть он даже, они даже и после обучения потом пишут в чат, а как проверить-то? Вот такие вещи. Поверьте мне, это... Да, кстати, есть там некий чат, где вы пишете, и там более опытные мастера, ну, чат вот этой компании, допустим, более опытные мастера вам дают советы. Я тоже спрашивал там пару раз советов, именно пару раз, а потом сам начал раздавать советы, а потом понимаю, что человек вот со мной учился, но задает
те вопросы, которые я уже не задаю там месяца два. Я даже, наверное, просто молчал, смотрел, какие же там вопросы. Там вопросы банально, типа, а где купить эту запчасть? Человек не может додуматься открыть карту, которую ему, обзвонить все разборки и найти запчасть. Раньше я вообще как делал? Вот у меня уникальная запчасть, которой нет новой. Я каждому, вот этот чат, там где-то 30 номеров, я каждому на WhatsApp присылал фото и говорил, либо звонил, есть вот такое, есть вот такое, есть вот такое. Вот так я искал, вот так я находил вообще в целом информацию. А человеку легче было, ну, он же всегда выбирает легкий путь, сейчас, секунду, легкий путь, и ему легче было скинуть это в чат, чтобы за него нашли. И таким, естественно, я не помогал. Вот, работал я, потом в какой-то момент у меня там произошло ДТП на этом лансере, блин, уже 3-4 ДТП было, то есть я обучался не только ремонту, но и вождению. В основном это были ДТП из-за того, что я торопился. Мой первый заказ, помню, когда мили мне выпало, вернее, третий заказ, я, будучи каким-то уже опытным, проехал свой поворот и смотрю, он вот там, начинаю поворачивать, и на каршеринге я задеваю там крыло. Да, такого было. Потом, ну, все равно ДТП не сильно было, я поехал и отремонтировал, там эта компания была, что-то там отремонтировал. Потом человек, который узнал обо мне, что я сделал стиралку, пригласил к себе домой, я им сделал, потом они дали номер домовой чат, и вот так я очень многие ЖК начал постепенно обслуживать. У меня также были бани, которые вы видите, у меня также 2 года назад я пришел в салон, меня кто-то там принял, ну никто, я знаю, кто это, не буду говорить имя, меня принял, я захожу вниз, сушилку нам было делать, захожу и вот ремонтирую, и смотрю, девушка в нижнем белье этот, вышла с комнаты, потом вторая. Тут думаю, что такое, куда я попал. Потом выхожу, голая девушка была. Я такой, я такой, типа, я инженер, я думаю, как насос поменять, иду прямо. Блин, это вообще, это, конечно, где я только не был. Потом начал общаться, я говорю, а что это такое? Оказывается, это салон эротического массажа. Я раньше думал, что салон эротического массажа – это в нижнем белье просто массаж тебе делают. Ну, я ошибался. К слову говоря, я до сих пор обслуживаю эти салоны. Там большая сеть по Москве, по-моему, около 10 салонов. И уже мне не так интересно, как в первый раз. Уже я приезжаю, и если я вижу полуобнаженную девушку, то мне как-то ладно, я пошел себе и все. Вот так, то есть вы будете на протяжении всего своего пути встречать очень разных персонажей, личностей. Самое интересное, ну, из того, что вспомнить, вы будете и в бомжатнике, вы будете и с алкашами работать, и вы будете и работать с людьми, которых вы не будете видеть, вот как у меня было видео, то есть я только с охраной вижусь, больше ни с кем. Вы будете самый, наверное, один, не самый, я не буду сейчас вспоминать, но один из странных случаев, я пришел, стиральная машина, там Samsung, амортизаторы шумят, и там сиделка, она говорит, надо договариваться с хозяйкой. Я говорю, ну а с кем? Да вот пройдемте туда. Я прохожу, а там бабушка вот так лежит в кровати, она не ходит, она на коляске. Ей 96 лет, но она разговаривает. Я говорю, вам нужно амортизатор поменять. Из-за этого скачет. Она говорит, будет работать после этого. Я говорю, ну такой диалог был. Она вообще адекватная была. Достаточно, то есть не старческий, у нее ничего такого не было. Обычный диалог был, но она была, ну, старая и прикована к кровати. И все, она говорит, хорошо, делайте. И я ушел. И я в шоке, блин, а что, а как, а что? Потом с сиделкой ее поговорил, что вот сделал, вот все. Ну, естественно, бабушку не будем катать на коляске, показывать, что это. То есть вот до такого даже доходило. Очень разные бывают были ситуации. Были ситуации, и клиенты, когда были и показывали это, там, ну, скажем так, с нетрадиционной сексуальной ориентальностью. Я даже запутал этот, запнулся. Потому что у меня в деревне я такого никогда в жизни не видел. И когда я видел это впервые, и
просто, блин, это увидел. И... Да, в общем, клиенты будут настолько разные слои общества. Мне, кстати, под комментарии пишут, ну, вот по поводу вот это вирусное видео, где у меня ржавая мили, и сказали, амортизаторы за 13 тысяч, что за развод лохов там, вот это все. Вот, и после этого видео я сказал, ребят, ну, я оригинальный покупаю. Меня многие поддержали в новом видео, типа, не слушай их. Сразу скажу, вот все эти комментарии, которые мне пишут, вот какие-то псевдомастера или люди залетные, я на них настолько спокойно реагирую. Я могу о них сказать, типа, вот, мне пишут там, но у меня настолько выработался иммунитет, вы даже не представляете, с какими людьми я работал. Вы, ну, и истерички, и кричащие люди, и пьяные, которые там, он говорит, ауле так дорого там, и братство, вот каких людей я только так не видел. Ну, я никогда там не дрался, ничего в этом роде, я всегда все спокойно решал, но поверьте мне, через меня, вернее, я прошел через столько через меня людей прошло, что когда человек просто пишет комментарии, что типа я дебил, клиентов развожу, да мне вообще на него все равно. В любом случае, меня смотрят, а не я кого-то смотрю. Вот и все. Ну так вот, да, к этому тоже готовьтесь, что будут абсолютно разные люди разного рода, религии, нации, достатка, чистоты, добропорядок, блин, вообще вот настолько разные, и китайцев я обслуживал, и людей, у которых перчатки, а почему вы думаете, у меня перчатки? Да потому что я когда пару раз машинки с тараканами поделал, посудомойки или стиралки, и этот запах, от которого меня вот тошнит, ну реально меня тошнит этого запаха. Я начал перчатки работать, то есть у меня фото, если найду, приложу, то есть бывало так, что с посудомойки шумоизоляцию убираешь, там кладбище, не знаю, столетней давности, и яиц этих тараканов, и что-то такая вой, что я выхожу просто подышать, то есть вы не думайте, что эта работа, это лафа, людей разных, сейчас да, сейчас все по сарафану, сейчас неплохо, но когда от компании люди вызывают, с кем вы только не будете работать. Вот, шел уже, ну, пандемию мы тоже работали, шел уже примерно 2021 год, то есть 2020 год много был, 2021, потом я познакомился с моим коллегой, когда в ДТП попал, с Расулом, именно настоящее, он научил меня работать, вот эту монтировку, научил там, как с клиентом общаться, я просто с ним покатался, и вот после этого у меня зарплата выросла в два раза. До сих пор мы с ним общаемся, очень я его уважаю, его сыновьям я тоже сам, в свою очередь, помогал. И если он мне, допустим, сейчас позвонит и скажет, там, Денис, нужны вот эти коды или помочь, естественно, люди, которым мне когда-то помогли, я им бесконечно благодарен. Я в своих видео тоже уже говорил, что я никогда в долгу не оставлялся. Все, что у меня есть, коды, мануалы, все, что этот, я всегда благодарил, я всегда много что покупал, я в себя очень много вкладывал. Если вы думаете, что, опять же, если кто-то думает, что мне что-то бесплатно досталось, либо мой опыт мне бесплатно достался, либо этот программатор, то нет, то, ну, вообще нет. Просто так в этой сфере, ну, кому-то, может быть, везет на чеки, там, на развод. Но, как правило, они всю жизнь работают на компанию. То есть они пришли, развели, дальше компания, развели клиента, там, взяли там 100 тысяч рублей, дальше компания выясняет с ним отношения, если по документам все нормально, клиент разведен, если по документам ненормально, выезжает гарантийный мастер, общается с клиентом, доделывает работу, а тот идет на нового клиента. Но у таких клиентов сарафана нет, как правило. Если есть, то есть некоторым вообще все равно на деньги, то он не такой большой. И через два года, как я ушел, никто не уйдет. После этого, после того, как поработал с Расулом, понял, что мне нужна еще больше машина, купил
уже Hyundai Santa Fe 2010 года, поработал на ней, и я поработал на ней, технику там возил, знакомился периодически с разными людьми, познакомился с людьми, которые таскал я гарантийную технику с того же самого Баша. С этого и началось вообще ведение моего канала. Мы подходим к этому, плавно к этому. То есть у меня Авито аккаунт был не прокачан. Я все начинал с нуля. Вот Авито аккаунт было 0 отзывов. Я выкладывал машинку гарантийную, там, царапинка, либо там с чем-то еще, либо стекло люка треснуло. Я просто люк поменял, ногу и все. И говорю, чтобы продвигать, ну, люди мне задают вопросы. А почему так дорого? Ой, почему так дешево? Вот машинка стоит 100, а вы новую, только без упаковочки, без гарантии, продаете там за 70 тысяч. Брал ее, допустим, за 60, продавал за 70. Я тоже машинку не за копейки покупал. И я выкладывал видосы на YouTube, даже на те первые мои 10 видосов, это было на телефон. С ужасной речью, вообще просто вот это эта кнопочка, это вот так, это вот так. До сих пор люди смотрят, какие-то просмотры набираются. И потом это видео прикреплял к Авито ссылки. И тем самым, чтобы когда на Авито человек нашел то объявление и посмотрел видео, что машинка там не поцарапана, что у нее все работает, и вот так вот зарабатывал себе репутацию. Потом, естественно, канал сам по себе начал расти, хотя я никогда никому не говорил подписываться или ставить лайки, или солнце выглядывает, или следить, в общем, за моим аккаунтом, но люди начали подписываться. Таскаю вот так вот технику, и наступает как раз-таки, ну да, вроде все так сказал. Что касается вообще моей работы и как у меня получалось, как у меня получалось оставаться на плаву. Чтобы работать в компании, вам нужно иметь средний чек. Средний чек — это вообще супер важно. Если у вас будет средний чек условно 4000 рублей, средний чек, он рассчитывается, средний твой доход чистый за 20 заказов. Допустим, у тебя 2 заказа по 5000 рублей, за 2 заказа у тебя 5000 рублей средний чек. А потом у тебя одна диагностика, пятихатка. И вот ты уже 5000 рублей делишь не на 2, а на 3. Вот так вот средний чек. То есть у тебя может быть 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч, потом 1000 рублей, 500, 1500, потом снова 10 тысяч, 10 тысяч. То есть либо ты берешь много, но у тебя диагностик много, либо ты берешь средний, но у тебя он тот же самый средний чек выходит. Сразу скажу, я никогда не обманывал людей и там компанию, можно сказать, не обманывал. Но как я вообще зарабатывал и вывозил на этой ситуации? Вот смотрите, очень много запчастей я брал не с магазина. Я находил кое-кого, вот эти гарантийные техники, разбирал их и забирал себе те же самые новые насосы, новые тены. То есть клиенту я прям пушку какую-то не подкладывал, не ставил никогда. Тены я не полил, ничего в этом роде. Допустим, я меняю манжету на Bosch Logic 8, и она от компании стоит 12 тысяч рублей. Не 12, давайте так, 14 тысяч рублей. Манжета у меня оригинал. Оригинал манжета стоит там порядка 5-6 оригинал. Она у меня новая абсолютно, она не стиранная, но я взял ее и купил за 1000 рублей. Не с магазина, но она оригинал. Что делаю я? Я закрываю заказ на 14 тысяч рублей, списываю оттуда 4000 рублей за новую манжету. 4000. Соответственно, 10 тысяч рублей делится 60 на 40. Я 4000 получил, компания 6. Но так как я манжету купил за 1000 рублей, а списал я 4000 рублей, а 4000 рублей я списал почему? Потому что она в магазине стоит 4000 рублей. И, ну, я не буду ее списывать за 1000 рублей. Неважно, где я ее нашел. Самое главное, что оригинал, и она новая. И я никого не обманываю. Она стоит в магазине, что я, либо что другой сервисный инженер, у которого нет этих каналов. А канал, который был у меня там еще у одного человека. Все. То есть компании или вообще в целом, это мало кто об этом знал. То есть с этих 4000 рублей, получается, из них 1000 рублей затратка, и 3000 я себе еще в карман. Итого 4000 плюс 3000 – это 7000 рублей, а компания получила 6000 рублей.
Итого получается 60 на 40 в свою пользу. И вот такие вот, вот на этом я вывозил, и клиенту я делал недорого, и сам я зарабатывал нормально. Ну, это я грубый пример, я манжету, конечно, не менял за 14 тысяч рублей дешевле, но я сделал так, чтобы легче было считать. Вот на этом я вывозил. Многие мастера делали так, что пришли, объявили одну цену, клиент не согласился, говорят, давайте мы сделаем вам без компании там за 5000 рублей. Делают за 5000 рублей, но закрывают 500 рублей диагностикой, и потом эти 5000 рублей себе в карман кладут. Рано или поздно от компании все это прозванивается, как это все палится, потом накладываются штрафы, и вот этим я вам не советую заниматься. Либо работаете нормально, либо разводите, но с компанией имейте нормальные отношения, иначе каждый ваш звонок будут прозванивать. Будут прозванивать как на наличие вас на месте, так и что вы там делали, ну, и что меняли. Вот, наступает, получается, СВО уже, и я начинаю понимать, что будет жопа. Будет жопа, люди теперь, хоть и раньше были ремонтов очень много, теперь люди будут сами ремонтировать, а люди, которые живут за Москвой, за регионами, у них, как правило, нет хороших мастеров. Да, кстати, я потом выпущу, наверное, отдельный ролик мастера с разных регионов, если вы меня смотрите, пожалуйста, напишите или позвоните мне. Мне пишут с Питера, с ЕКБ, с Нижнего Новгорода, с Ростова. Блин, откуда только не пишут, у меня нет мастеров. С Питера нашел, с других у меня нет мастеров. Я вам буду заявки раздавать. Мне по Башу пишут, по Сименсу, по Миле пишут. У меня нет мастеров, по Краснодару. Нет мастеров. Если вы хороший мастер и уверен в себе, дайте о себе знать. Я вам буду периодически просто бесплатные заявки подгонять. Хороших людей. Так вот, я начал записывать ролики. Начал записывать вот этот вот ремонт, чтобы люди сами ремонтировали. На это я получил от моих коллег, которыми я уже с некоторыми из них не общаюсь, некий хейт. Типа, зачем ты людям рассказываешь, как мы делаем, там, что мы делаем, ты себя работы лишаешь. Я говорю, слушай, у меня работы хватает. Вот. Да нет, ты что, ты этот, а я, там у меня видос был, когда я достал Тена, он живой, я говорю, мастера там разводят, мне начал, один человек мне начал предъявлять, а ты что, типа не разводил никогда клиента, зачем ты им рассказываешь, они вот ушлые становятся, тебя смотрят, и теперь нам сложнее делать чеки, нам сложнее ремонтировать, мне вообще какая разница, вам сложнее или нет, сложнее разводить, ну, это вообще такой бред, я такие вещи слышал от неких мастеров. Начали мне предъявлять, что я обучаю людей по Ютубу, и что я лишаю кого-то заработка. Представляете, до такого даже доходит. В свою очередь это работало наоборот. Я действительно, когда выпускал ролик про чистка сушильной... Это первый ролик про ремонт был, вот это чистка сушильной машины Bosch, там, чистка сушильной машины Siemens. Я действительно выпускал этот ролик с добрыми намерениями, с того, чтобы вы сами это делали. Вы сами, чтобы с регионов люди смотрели, делали это. Могут меня благодарить, могут нет, неважно. Но как бы, чтобы люди не выкидывали, чтобы помочь России, так сказать. И обучающие ролики делал только ради этого, честно. Вот только чтобы с регионов люди могли отремонтировать свою технику. Я думал, что ни Bosch, ни Miele, ни что-то больше не будут завозить к нам. И поэтому я начал делать вот эти ролики. В итоге это... Эффект был ровно наоборот, ну и такой, и ровно наоборот. То есть я не то что обучал других людей, я вызывал доверие у других людей, кто меня смотрит по Ютубу. Человек видит, сколько нужно инструментов, нужно какое нужно оборудование, что нужно там смазки покупать, ролики, там фильтра и так далее, и так далее. Звонит мне и говорит, Денис, я вижу, что вы сделали, я вижу, как вы это сделали, я хочу, чтобы вы сделали мне столько. Сколько это стоит? Я говорю, все, что на ролике стоит, все, что на видео стоит 10 тысяч рублей. Все хорошо, приезжайте. Приезжаю, делаю. И вот так, ради, благодаря этим видосам, бесплатная реклама получилась. То есть люди начали мне звонить, на мое удивление. У меня и так было сарафанное радио, я не зависел от клиентов с Ютуба. Ну да, а в основном еще звонят, пришел мастер, развел, там что-то, я потом, как обычно, люди после начинают...
браться за руки и, ну, то есть начинают браться за ум, вернее, и начинают что-то гуглить, смотреть. И он говорит: я начал смотреть, как, почему она не досушит, вот попал в ваш ролик, и придите сделать. Я прихожу и начинаю исправлять за другим мастером. Причем клиент суперадекватный, клиент платит, клиент лояльный. Зачем вообще разводить, зачем херней страдать? Приди, блин, сделай, он тебе отдаст эти 10, 20, 30, 40 тысяч рублей. Это нормальный клиент, это не тот клиент, который хочет, чтобы за 500 рублей ты ему и тен, и подшипники поменял. В итоге я прихожу, исправляю за другим мастером, ремонтирую и тем самым как бы набиваю себе репутацию еще больше, что помимо того, что сделал, еще исправил за другим и показал, в чем была проблема. Я всегда показываю клиенту, где проблема, вот это, и говорю, что вот это вот стоит столько. Он говорит: да, все, без проблем. Лишнего никогда. И еще, я считаю, мой большой плюс, то, что я говорю правду о технике. То есть, стоит ее ремонтировать или нет. То есть, многие даже хотят меня вызвать на диагностику, чтобы понять, стоит или не стоит. Правда, сейчас я уже на диагностике не выезжаю, я выезжаю только на ремонт. Мне диагностика, она стоит у меня 1500, но мне она не интересна. Так, уже не помню, о чем говорил, уже четвертая батарейка села. Мне пора заканчивать свой разговор. Почему? Потому что до Новгорода осталось час. У меня все батарейки уже сели, сейчас там тоже что-то хочу поснимать. Ну, вот так, в общем. Вот так, в общем, я работаю. Что еще сказать? А, по поводу планов на будущее. Да, работаю я всего лишь 4 года. Сейчас все хорошо. А, хочу еще сказать по поводу зарплаты. Свою зарплату я не буду говорить, иначе люди немножко в шоке будут. Мне это даже не интересно читать. Что касается работы мастера. Вот эти 500 000, которые я в самом начале видео сказал, это реальная цифра. Я вам скажу так. В Москве мастера зарабатывают... Ну, обычно рядовой мастер, который уже мастер, а не который вчера пришел, зарабатывает от 100 тысяч рублей до 1500 000. Кто-то сейчас подумает, что чего? 1500 000 в месяц или миллион? Ну, типа, ты что, совсем дурак, что ли? Сразу скажу, это не я, естественно. Мне еще как бы далеко. Но я знаю этих людей. Знаете, некоторых из них я знаю лично. Я вам расскажу сейчас, из чего складывается их доход. Во-первых, они работают уже порядка 10 лет. Они не ремонтируют какие-то там LG или Баши, или вот это всякие-то Дишман. Они ремонтируют Мили. Они ремонтируют Купер Буш. Они ремонтируют Зуб. Они ремонтируют вот такую вот технику. Техника, которая начинается от 150-200 тысяч рублей. И, соответственно, ценник на такие ремонты, они работают здесь сами на себя. Вы прекрасно понимаете, какой. Это первое. Второе. Помимо того, что они ремонтируют, когда им звонят и говорят: отремонтируйте мой Bosch, отремонтируй мой LG, они раздают эти заказы. Раздают эти заказы под проценты. И мастер обычно под 50-50 все раздают. И мастер, когда делает заказ, ну, есть чаты, где они берут там. Ну, взял заказ на те же самые. То же самое, что от компании. То есть он просто этот процент отдает ему. И он как агрегат. И, соответственно, этот мастер даже, если он у него сегодня выходной, он раздает 3 заказа в день. С каждого заказа условно по 3000. Вот в день вам 10 тысяч рублей. Ничего не делает. Вот. И теперь посчитайте, если он каждый день делает мили. Ну, не каждый день, ну да, каждый день делает мили. И плюс каждый день по 3 заказа из-за своего сарафана раздает. В Москве миллион людей, миллиард. Поверьте мне, заявок тоже миллион. И посчитайте, сколько мастер может заработать. Поверьте мне, я видел людей, кто зарабатывает миллион. Я видел, я самое главное видел, на чем они катаются, ездят. Я когда вижу эту машину, думаю, ну понятно. Мастер, который гайки крутит. Офигеть. Там машина, ну вы не видели, какая проедет, вот на эту похожа. Не буду говорить. Вот так вот. Из чего складывается, что касается меня, из чего складывается вообще мой доход? Мой доход складывается, первое, это ремонты, непосредственно ремонты. Мой доход сейчас складывается, это
продажа техники и запчастей. То есть я вожу технику из Европы, у меня люди покупают. Я вожу технику, бывает очень редко, когда время есть. На Авито покупаю хорошую технику, перепродаю, либо у своих людей там покупаю, перепродаю. И продаю уникальные некоторые запчасти. То есть гарантийную технику, которую я разбираю, я эти запчасти продаю. И это первое, второе, уже не знаю, третье. Я также раздаю заявки. Только когда я заявки раздаю, я 50 на 50 не раздаю. То есть я даю заявку и говорю там, 500 либо 1000 рублей мне дай за заявку. Все остальное себе. То есть с человека много не бери, скромно мне там 500-1000 рублей. Но если ты там сделал 7000 рублей, ну там 500 рублей мне перечислил. Вот, так. Вот такие. Обычно у меня вот такой процент. И пятое, я, ну, если можно это сказать, доход с Ютуба. С Ютуба не в том плане ролики, да, ничего не монетизируется. Доход в плане того, что я не прошу никогда, но скидывают донат. То есть реально 500 рублей, 1000 рублей, вот позвонят, там что-то спросят. Доходило до того, я многим ремонтирую по телефону, не хочу свое время терять. Мне самое большое, это скинули просто за совет 3000. Просто за совет. Типа какую стиралку купить? За ремонт мне 4000 кидали. Я там секрет кое-какой рассказал человеку. Он одну фишечку снял, но про нее очень мало кто знает. Просто нужно кое-что там сделать с фишечкой. И она у него заработала. И уже, кстати, он полтора года не звонит. До сих пор работает. Но там на Сименсе кое-что есть. Он мне вообще 4000 скинул. Хотя изначально я сказал, ремонт платы от 15000 рублей. Вот с такой проблемой. Я говорю, но если сделаете вот это и поработать, значит не с платы проблема. Я уверен, пришел бы мастер какой-то и, естественно, захотел бы заработать эти 15 тысяч рублей и отремонтировать ему мод. Хотя можно его не ремонтировать. Ну, вот так вот. То есть, плюс еще мастера пишут, коды ошибок продаю, мануалы на Bosch, сервисы, все у меня есть. Обращайтесь. Вот, тоже продаю. То есть, тоже некий доход, он все равно есть. Есть, это не 1000 рублей, не 2, не 3, это, ну, достаточно много, наверное, я не знаю. Вот так. То есть у меня 5 источников дохода, не только ремонт. И что касается моего будущего, то в каком-то будущем я хочу открыть свой магазин, наверное. Если у меня все получится, но это много денег надо. Мне надо где-то 3-4 миллиона, чтобы открыть свой магазин и продавать там технику, премиум технику, бытовую премиум технику. И мои условия, это будет всегда одна и та же наценка на технику и одна и та же маржа и гарантия. Так как я мастер, так как у меня все есть, в отличие от современных магазинов, которым лишь бы продать, либо Авито вот этих продавцов, которые продают, месяц дают и все. То есть у меня будет официальная гарантия от меня, либо деньги буду возвращать. То есть у меня будут специальные условия. Я пока что это все планирую. Возможно, когда-то, да, у меня будет либо гараж, либо какой-то магазинчик, либо вот благодаря Ютубу я буду приезжать техника, мы ее вместе открываем, смотрим, нравится, не нравится. Я сразу хлам я не буду продавать, я буду продавать ту технику, в которой я уверен. Ту технику, в которой есть там подключение к сливу, канализации и так далее, ну, просушки говорю. То есть разные комплектации есть. Я все это читаю, все это подготавливаю. Наверное, в дальнейшем буду уходить в какой-то бизнес, но ремонты пока да. В любом случае планирую я до 45 работать, не больше, может быть до 40. Все остальное время, ну, работать мастером. То есть это пока что моя цель, я здесь не на всю жизнь в этой сфере. Ну, в этой сфере, да, имею в виду в ремонте. Вот так вот. Давайте. Сейчас я тут выписал кое-что. Так. Да, в принципе, все рассказал, плюс-минус. Хочу подвести некий итог. Плюсы и минусы. Я небольшие выписал для себя плюсы и минусы. Если вы захотите работать в моей сфере, ну, в нашей сфере, не моя эта сфера. Давайте начнем с минусов, а потом с плюсов. Потому что минусы, если в конце я скажу, это какой-то негатив останется. В целом мне работа очень нравится. Реально мне очень нравится работа. И она неплохая. Ну, нужно перебороть, нужно научиться разговаривать с людьми, нужно вкладывать все это, нужно много приложить усилий, чтобы потом зарабатывать. Давайте начнем с минусов. Первое.
работа с людьми, квартиры, грязные тараканы, воняют и прочее. Ну, это я так записал, но я, в принципе, это уже сказал. Это реально большой минус. Тот, кто с этим не может работать с людьми, тот, кто не сможет никогда работать с алкашами и прочее, это не для вас. То есть вы не думайте, что у вас каждый заказ, здравствуйте, вот вам бахилки, вот вам, сделайте мою технику, вот вам на деньги. Таких заказов будет очень мало. В основном вам нужно будет работать с возражениями, со всякой вот этой херней. Вам нужно будет объяснить, почему от компании это стоит 7000 рублей. Хотите, рассказывайте, как я, что это деньги на рекламу, на логистику. Как хотите, рассказывайте. Но это именно минус, это сложно, поверьте мне. Вот из 10 человек, 5 человек не могут с людьми работать, они потом это поймают и увольняются. Второе, нет стабильного заработка. Сегодня работа есть, завтра нет, сегодня 0 рублей, завтра 10 тысяч. Это правда. То есть стабильности нет. Сегодня ты на один заказ потерял сутки, завтра ты сделал 2 заказа. То есть вы не думайте, что у вас как вот зарплата капнула и все. Третье, не работаешь, не ешь, никто не оплачивает больничные, отпуска, заболел, нет денег, нет пенсии. Комментировать нечего. У вас не будет пенсии, вы только работаете сами на себя. Когда вы болеете или когда вы уезжаете в отпуск, вы помимо того, что тратите деньги на отпуск и на лекарства, вы еще и не зарабатываете. Никто вам не оплачивает ни больничные, ни ОМС, ни отпускные, ничего, ни командировочные, как я сейчас делаю, ничего. Не думайте, что это вот тут деньги, вот вы сегодня заработали 10 тысяч, откладывайте 1000 на пенсию, откладывайте 1000 там на это и так далее. Четвертое. Постоянно в дороге, тратишь деньги на бензин, на ТО, постоянно покупаешь запчасти. Я в день накатываю около 200 километров. 30 дней, каждый день я работаю, блин, каждый день с утра до вечера. Раз в 2-3 недели один выходной себе делаю, потому что жена просит. Вот смотрите, 200 километров на 30, это 6 тысяч. Масло я меняю раз в 7 тысяч. Я раз в полтора месяца делаю ТО. ТО у меня минимум десятка. Да. Плюс запчасти, плюс омывайка, плюс какая-то еще херня, дворники, не дворники и так далее. Это все бензин, это все вы будете вычитать из своего кармана. Ну, с кармана клиента, потому что вы имеете в виду, что вы вкладываете в это все. Чтобы не быть голословным. Блин, сейчас. Так нельзя, конечно, как я делаю. Вот, допустим, возьмем, ну, январь я отдыхал. Вот, допустим. В среднее. Видите, 319 рублей. В среднем в месяц я 30 тысяч трачу только на бензин. Ну, у меня дизель, на дизель. То недавно мне был комментарий. Я, говорит, библиотекарем работаю, 13 тысяч покупаю, 13 тысяч зарабатываю. Блин, очень круто. Очень круто, конечно. Я тут при чем? Что вы 13 тысяч зарабатываете? Я уже ответил, что МРОТ в России 16 тысяч. Какие 13 тысяч? Ну да, вот так получается, что я 30 тысяч рублей только на один бензин трачу. Почему-то много кто об этом не думает. Говорит, что ценники, ну, мне так никто не говорит, но имейте в виду. И от компании вы тоже будете тратить, и никто вам не будет возмещать это. Пятое. Чтобы начать, нужно вкладывать в себя, и вначале будет нелегко. Очень много ошибок, нужно покупать инструменты, мануалы и прочее. Ну, это я тоже сказал, нужно реально вкладывать. Работа не такая, пришел и сидишь в офисе, постоянно что-то обновляешь, инструмент теряется, покупается, снова мультиметры пробуешь, те, что нравится, что не нравится. Если вы хотите развиваться, как я, естественно, я вам рассказывал, сколько стоил программатор на миле, я вам много чего уже рассказывал, повторяться не буду. То есть постоянно что-то вкладываешь в себя. Просто так сидеть на жопе и получать деньги не получится. Ну, через 10 лет, наверное, получится, в начале пути нет. Ну, по минусам, наверное, все. По минусам, наверное, все. И то это я наобум написал, наверное, еще больше минусов.
Плюсы. Хорошая зарплата. Ну, первый плюс, самый важный, да, это большие деньги. Достаточно большие. Деньги зависят от себя, от твоей наглости, от твоего от твоей квалификации, от твоего профессионализма. И я считаю, что здесь большие деньги, честно. Я считаю, вот эти суммы от 100 до 1,5 миллиона, вот берите любую эту сумму, и рано или поздно она у вас будет, если вы будете развиваться. И это, опять же, Москва. Только Москва, мы сейчас говорим про Москву. Это обязательно условие. Большие деньги. Второе. Нет начальников, ты когда хочешь, тогда работаешь. Да, я тоже считаю это плюсов. Сегодня работаешь, завтра не работаешь, но даже если у меня нет начальника, я работаю, повторюсь, каждый день. Вот сегодня в 5 утра встал. Во многих моих видео, когда я показываю, я возвращаюсь в 9, в 10 вечера домой. Я действительно раб, я работаю. То есть нет такого, встал, проснулся, пузо почесал, похмелился, пошел работать, один заказ сделал, домой вернулся. Возможно, нет, есть такие мастера, которые так работают, но я не думаю, что они зарабатывают. Чтобы работать, нужно и шачить, и я, да, каждое утро в 7 утра просыпаюсь, минимум чем в 6 утра я не освобождаюсь никогда. Каждое утро, у меня нет выходных, их не существует. Вот реально не существует у меня выходных. Даже когда у меня выходной, я просто сидеть дома телевизор не могу смотреть. Не знаю, может быть, у меня выработка, может быть, трудоголик я уже. Но я не отдыхаю. Не отдыхаю. Заказы у меня расписаны на... Блин. Ну, вот так вот покажу, чтобы не палить номера. До четверга у меня все расписано. Вообще каждый час. Некоторым из них я просто отказываю. Дальше. Постоянное развитие. Новые случаи поломок. Постоянно индексируешь свою зарплату. Да. То есть техника дорожает, ремонт дорожает, запчасти дорожают. Ты постоянно прогрессируешь. У тебя нет стагнации, ты не стоишь на месте. Четвертое. Связи, знакомства. Есть юристы, есть салоны массажа, бань. Да, это связи. То есть мне уже помогали юристы, мне помогали уже доктора. Просто кому-то хорошо сделал, мне дают визитку, потом сделал на втором доме хорошо, и потом я тоже обращался по своим проблемам, и мне помогали. Денис, все, я тебя знаю, мы сделаем. Реально, связи очень много появляются, связи из других городов. Дошло до такого, вот не работа мастером, а, допустим, чисто мое, мне звонят из Германии, из Великобритании, из США, из Болгарии звонили, из, ну, Украина, Беларусь даже не буду говорить, естественно, звонят, понятно, все звонят с СНГ. Но с других стран, которые с Италии два раза, с Германии вообще раз пять, по-моему, писали, звонили, даже по видеосвязи выходили со мной. Русскоговорящих людей, их миллионы по всему. Как они находят именно мой YouTube-канал, я не знаю, но они говорят, Ангелина вот с Турции сейчас помнил, приезжайте в Турцию, скажите мне, как будете в Турции, позвоните мне, я вам скажу, куда идти, никуда не идти. В этом вообще вот просто кайф. Реально связи, в нашем мире реально связи очень много решают, вы это прекрасно понимаете. Деньги одно, но связи с деньгами это совсем другое. Поэтому если я поеду в Турцию, я уже знаю, допустим, кому звонить. Хотя я никогда в жизни не отдыхал и никогда не был за границей в жизни. Вот, это действительно очень большой плюс, они потом помогают эти связи. Пятое и самый главный плюс, мне моя работа нравится. Кому-то нравится, я уже не помню, что это писал. Кому-то нравится учителем, кому-то нравится быть президентом, а мне нравится то, чем я занимаюсь. Я думаю, это самый главный ключ к тому, чем я занимаюсь. Это, конечно, тупо написал, но, в общем, вы поняли. Самое главное, да, зарплата, работа, плохие люди, плохие дни. Ничего там не оплачивается, но если вы ваши плюсы перекрывают минусы, или этот самый большой плюс, то, что вам этим нравится, этим заниматься, я считаю, это самый большой плюс. Ну, после зарплаты, конечно же. Хотя, если вас не интересует зарплата, если я бы получал 50 тысяч рублей, но у меня не было бы расхода, но у меня 30 тысяч только бензин, извините. Но мне нравилось то, чем я занимаюсь, я получаю от этого удовольствие. Наверное, поэтому я не выгораю, наверное, поэтому я работаю каждый день, наверное, поэтому мне легко общаться с людьми. Я могу бесплатно все это делать. Позвонил, я могу бесплатно человеку отремонтировать. Я не жадный, не скупой. Мне без проблем может... Нет,
за ошибки, за коды, это только, да, это все платная информация, потому что я за нее платил когда-то. Ну, а так подсказать какому-то мастеру приехать, потратить свое время, да, без проблем. Вообще без проблем, и цены у меня небольшие. Наверное, потому что мне просто этим нравится заниматься. Я думаю, в этом вся главная причина. И если вам не будет нравиться ваша работа, работая вы учителем или кем-либо еще, то у вас, наверное, не пойдет в вашей сфере. То есть я думаю, и учителя могут хорошо зарабатывать, если потом будут работать репетиторами и так далее, и так далее. Я думаю, еще кем угодно можно хорошо зарабатывать. Но самое главное, чтобы вам нравилось, если вам это нравится, вы будете в этом развиваться, преуспевать, и постепенно люди к вам потянутся. Ну вот так вот. Давайте на этом мы закончим. Если остались какие-то вопросы, пишите, звоните, комментируйте. Я думаю, плюс-минус кухню я вам рассказал. Можно разводить людей, можно идти в эту сферу, можно работать так же, как и я. И, в принципе, мы сейчас едем в Нижний Новгород, понимаете? Дошло до такого, что меня вызвали, в Нижний Новгород. В Нижний Новгород. Ну куда? У меня как будто работы не хватает в Москве. Я сказал, только на диагностику. Только на диагностику, это без ремонта. Ну там я, может быть, установлю еще посудомойку, поменяю местами, но только за диагностику. Вот, и, соответственно, я выставил счет, и мне оплатили его. Я теперь еду. Вот, мне оплатили, показываю. Вот такая сумма. Это сумма, мой приезд, моя диагностика и мой уезд в Москву. Все. Много это или мало, не так важно. Самое главное, что походу я стал тем мастером, которому будут вот столько платить, чтобы я ездил в другие мастера, в другие города. Не знаю, может быть, суперпрофессионалом я еще себя пока что не считаю, но в голове что-то есть. Ладно, друзья, спасибо за внимание. У меня голос уже охрип, как вы чувствуете. Я сегодня спал, напоминаю, 4 часа. И четвертая батарейка села. Еще раз, всем спасибо за ваше внимание. Мастера, кто меня смотрят, бывшие, нынешние, настоящие, пишите в комментарии, как у вас вкратце проходило вот это вот становление мастеров, какие у вас условия. Просто интересно почитать. Вот. Можете не подписываться, лайки ставить, не ставить. Это мне не интересно. Мне интересно, мне приятно, что вы меня смотрите и подписываетесь. Очень приятно. Но больше интересно будет, если вы расскажете о себе тоже. Чтобы почитать или чтобы люди читали ваши истории. Все. Всем спасибо за внимание. До свидания.